Ой, нихуя себе. Тут голосовухи от 200 рублей. От 500. Здравствуйте, Олежа. Здравствуйте. Аж столько человек смотрит. А что у вас еще крутого, кроме сисек и красивой жопы? Чего? Спасибо, конечно, за донат. А что за... какая... какие сиськи, какая жопа? Ты точно не смотришь какую-то порнуху на втором мониторе? Может быть, ты включил мой стрим, не смотришь монитор со стримом, а на втором мониторе смотришь порнуху и слышишь мой голос? Может быть, поэтому у тебя... тебе мерещатся на стриме... на стриме сиськи и жопы? Посмотри на стрим внимательно. Здесь Dota 2, никаких сисек нету. И никакой жопы тоже. Нет, что ты, у меня 5000 игр на, в этой, как его, Dota 2, как ты сказал. Я умею отличить это Dota от красивых усиков в пропуск трусики. Бля, точно солевой, ты даже не можешь связать предложение, братик, ты... Запомните, ребят, главное правило на моих трансляциях, если ты алкоголик или наркоман, то под чем-то ко мне на стрим не надо заходить. Я человек, который пропагандирует здоровый образ жизни, ребят. То есть здесь вам не место. Я выгоняю каждого подпиваса и наркомана со стрима, ребят. Протрезвеете, приходите. Но буровить тут не нужно. Да не, Олежа, на самом деле-то я зажник. Это даже главное. Люблю вот эти вот все брусья, турнички. Я тоже, братан. Дюда, приседания. Блядь, прямо аж захотелось. Знаешь, хлебом не кормили. Ой, хорошо. Потянуться да присесть. Ой, хорошо. Вот. Ой, хорошо-то как. Если хочешь, мед в уши. Ой, хорошо. Мед в уши, братан. Ты заговорил про брусья, я аж трицепсы аж забились, понимаешь, нахуй. Захотелось подразмяться. Тоже одобряю спорт, братан. Респект. Спасибо огромное за подгон.